Барыңарға салам. Өзіңір білгенде еле жарым финалистердің бірі менмін. Бұл долборды өзімдің сахнада алып жүрі ұғымды дағы-дағы жоғыры көтірдім. Ар бір тұр сайын өзімдің шығармашылығында ар тараптан көрсеткенге әрекет қылып жатам. Бірінші турда образ ғана болса, екінші турда орыс тілін айтсам, подача, дикция жақтан қошқан. Үшінші турда би қоштым. Жана ушул узун уақыттын ичинде жан дүйнөм музыка жаатынан аябай байып өркүндөдү. Асман теледолбору эфирге чыккандан кийин күйөрмандарым, чыгармачылыгымды сүйүп баалаган адамдар көбөйдү. Мунун баарына албетте ошол биринчи турдан баштап аябай маанилүү кеңештерди берип, сахнада жакшы көрүнүш үчүн ар бир катышуучу менен иштешкен уюштуруучуларга чоң рахмат айтмакчымын. Жана ушунча ишенип колдоп келе жаткан бүт тууган досторума, күйөрмандарыма терең ыраазымын. Жана силердин гана жардамыңар менен мен жеңишке жетем. Дайым бар болгула, аман болгула. Всем привет! Здравствуйте! Привет! Как вы? Нормально. А ты как? Соном. Аман, что ты нам сегодня приготовил? Авторскую песню, так же, как и всегда. И ты сегодня еще будешь вовлечен в процесс того, что будет, да, на сцене? Давай посмотрим. Аман, я прошу прощения, авторская песня, вы пишете слова или музыку? Слова, мелодию, все. А, вы вообще прям песенник? Да. Ну, я прям в предвкушении замечательного номера. Удачи вам. К ней подойти, начать разговор. Я подарю ей букет роз. Нет, это не разгром. Тут только тихий звон. Ты даже не успеешь мне сказать не хочу. Давай потом. Я таю от твоих слов. От твоих слов. Наверное, это любовь. Это любовь. Ты героиня моих снов. Любовь как кино, как кино. Эй, я знаю, ты любишь все, что светится ярко. Во снах ты летаешь туда, где море и жарко. Ты меня понимаешь, смогу слово прям, как это прекрасно. Снимаем с тобой сериал на газе зоны и поделим на части. Заполняю в универе тетрадки картинками твоими. Воображение мое на максимум, на тебя у меня ночной безлимит. Все это происходит нечасто, где-то раз на целый век. На целый век. Укрой меня ласками, так чтобы вспоминал, когда тебя нет. Камера, есть камера. Мотор, есть мотор. Ну, начали. Я таю от твоих слов. Твоих слов, наверное, это любовь. Это любовь. Ты героиня моих снов. Моих снов. Наша любовь как кино. Как кино. Вот бы всем рассказать, что ты со мной, что теперь ты моя героиня. Мы в одном фильме, я твой герой. Ну не могу так, как я не такой. Так давай-ка расскажем, она ведь готова быть с тобой. А я, может быть, не такой уверенный в себе. Парень, ты знаешь, ты знаешь. Но хочу к тебе быть, пускай самый далекий ты айсберг. Признаюсь, но я вижу, в тебе есть то, что полюбил бы не каждый. Не каждый, ну а я полюбил тебя за это дважды. Кино.
Аман Сонун. Прошу, Аман. Шоу Дэнс Крю жана Максат Токтоналиевке өзүнчө колчоолор болсун. Чоң рахмат. Биздин катышуучуларыбыз биринен бири өтө таланттуу. Ушул учурдан пайдаланып, Асылбашев креатив командасына жана коомдук биринчи каналга ушундай таланттарды элдерге жеткирип, көздөрүн ачып, ушунчалык колдоо көргөзүп жаткандыгы үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Вы заметили, что выступления сегодняшних участников не похожи друг на друга? Были различные стили, начиная от классики, можно сказать, вокала до драм-н-бейса, ну и, наконец, веяния современной музыкальной моды. Азаматсыз, Аман Сонун. Андамесе, калыстартуу, дароле жидеш даярок шойт, келиңиз. Да, Урмат, я это заметила. И хотелось бы сказать следующее. Давайте сейчас от... от неприятного к неприятному, да, будем двигаться. Дело в том, что авторские песни исполнять на конкурсах, на вокальных конкурсах легче, проще, потому что ранее эти авторские песни, кроме самого автора, никто еще не слышал, и судить очень тяжело. Допустим, мне тяжело. И, допустим, даже если... это, конечно, глупо сравнивать, но это конкурс, и мы должны сравнивать конкурсантов между собой, чтобы сделать выбор в пользу сильнейшего, да? И, допустим, если сравнивать... стиль Амана, он у тебя очень классный, своеобразный. И допустим, пение той же Осели, либо той же Дильнозы, это, конечно, совсем, две такие крайности. Вот. Мне нравится твой образ. Все, неприятное прошло, давай перейдем к приятному. Мне нравится твой образ, то, как ты сейчас выглядишь. Мне кажется, очень вкусно, да, Самат? Ты же у нас эстет по... Как тебе образ Амана? Вот я бы немножко подкорректировал, а так, да, очень-очень стильно. Вот стильно. Мне нравится. А что бы ты подкорректировал? Да, вот, ну, чтобы нормально. Я подкорректировал бы? Ну, я не хочу просто, чтобы захейтили меня потом. Но единственное, наверное, я бы вместо серой футболки надел бы белую, наверное. И все. Вот, потому что вот подстать было бы ребятам, а так все остальное классно. А мне кажется, если бы он одел белую футболку, это было бы банально. А так серая, она как-то уже по-другому играет. Короче, ну, мы сейчас... Зачем ты приговор... тогда меня спрашиваешь, если ты потом... Топ-модель по-кыргызски. Да, мы сейчас модный приговор, да, плавно перешли. Аман, все хорошо, с этим замечательно. Первопроходцам в любой сфере быть всегда сложно. Сложно выходить и делать новый жанр. Сложно строить новое здание, высокое, когда одни одноэтажки. Сложно первопроходцам пробивать дорогу среди поля. И вы первопроходец, один из первопроходцев в своем жанре. Поэтому уж за это вы молодец. Знаете почему? Потому что идти против системы и против шерсти всегда легко. А вот давайте попробуем открыть новую дорогу. Что вы и сделали. Вы вышли на сцену в той стране, где этот жанр не особо популярен. Почему? Но... А как же «Бегиш и Баястан»? Вот, ну, ты о чем сейчас говоришь? Можно я договорю? Вы вышли на эту сцену, где этот жанр не особо популярен, исполнение на русском языке. Мы любим рэп на кыргызском. Но вот чтобы люди исполняли его на русском языке, он такой чуть-чуть отчуждающий, лично для меня. А как же «Лёва трое разных»? Ну чего ты кеш? Давайте внесем коррективы. Это не совсем рэп. Это не рэп, это R&B. Это R&B. В чистом виде, да. И здесь, причем из «Бегиш Баястан», это совершенно другие стили. Как бы, давайте путать не будем. Просто азролю, он там на хайдернинге сейзерчи. Для меня, вот, я не знаю, как для вас, но лично для меня, как слушателя и поклонника Джидеш Идрисова и Кайрата Примбердиева, этот жанр более-менее новый. Вот так а вот. А что, на мне, чин, Кайрат Примбердиева, джахшатасын, а мен нелся Джидеш Идрисова, да, моты прям айтасын. А? Сен өзің ұшындай ұлатпайсың бұл, ондай ұршу бақыштарды. Жоқ, ұршқан жоқ, просто первопроходецтен да, как бы до конца тұраместан, кені бұл жанр біздің үлкөді бар. Давайте башынан баштайыз, а? Болғоны ғана, бұл жанр көпшілікі жеткен емес өз уағында, че? Ошын айтқым келі отыр. Сен де ошын білесің да?
Я, в принципе, могу не сидеть здесь, Джейдеш, оставить микрофон и да пойти дальше. Но коль меня пригласили высказать свое мнение, пусть оно будет даже иное от вашего, и пусть оно будет немножко неправильным, но позвольте, я доскажу, а потом вы сможете меня исправить. Нет, не позволю. А ну хорошо. Мне очень все понравилось. Спасибо большое. Спасибо. Эркин Рыскулбеков деген бунтарь шайлого дайаракен. Азаматсыз. Кайрат Пендердиев. Я буду очень краток. Вот эта камера меня снимает, да? Можно вот эта камера? Или какая? Вот эта? Или... Пожалуйста, а вот. Это наш ответ кей-попу! Где-то напряглась Дарика Салбашева. Зи-попу. Ну и, наконец, Самат. Мен ойым көп нерсен айтайын дегем, негізі, бирок бұл жерде назыр арғанда эмоционалдуу сөздер айтылып атат. Сөз талашып атабыз, бұл негізі жақсы көрініш, мен үшін дегенде жаңылық болған жерде ардайым арғанда ой толғаулар болады да. Бирок мен бұл сөзге бұл ой толғауларды үш өнеттен қошылып кетет елем. Жана бир нерсе айтайын, албетте бул бизге да кыйын болуп атат, потому что жанрларын бар арганда аман өзүң үчүн отасың да, э? Мисалы биз вокалисттер менен азыр жакшы бир постановочный номерди көрдүк. Мисалы мен бир дораманын бир үзүндүсүн көргөндөй болдум. Эмне үчүн деген негедир? Өзүңдүн ошол баягы жүрүш турушуңа жарашабы, кескести ырдап атканың Дрейктин да силин окшош кетип атты мага. Эгерде бул жерде параллелдер мисалы жана Бейонсе менен Ариана Гранде болуп атса, азыр бир Дрейктин бир жаш чагындагы же мындай баягы кей-поптун фанаты болгон Дрейктин бирөөсүн көргөндөй болуп атам. Билбейм, бирок бул биздин жакшы болгон жери, сен ошол ар дайым өзүң изденүүдө болуп, ошол автордук ырларыңды бизге уктургуң келет да, ошолорду тартуулагың келет, бул жакшы нерсе. Нечу дегенде башкалар мисалы мен деле мисалы кавер ырдайым, башка бирөөнүн стилин алыш оңой да, бирок өзүңдүн жаңы эксклюзивдүү нерсени чыгарыш бул чындап эле бул алкыш болуш керек деп ойлойм. Бул жакшы бир сөз, келип алкыштап коелучу достор. Анан эгерде сен азыр жандуу үн менен ушул сахнада ушундай бир номер көргөзө алсаң, буйруса ыр жаздырып клип тарттыргандан кийин менин оюмча өтө бийик бир деңгээлде бир продукт чыгат деп ойлоймун. Андыктан сенин бул жердеги кыргыз шоу бизнесинде келечегиң кең экенин ушунган жазба, бул конкурстун жыйынтыгы кандай болбосо болбосун, мен ойлойм бул аябай эле жакшы трамплин болуш керек деп ойлойм. Сен мен буга чейин деле айтып келгем, менин фавориттерим бирөөсүсүң жана менин гана эмес кыргыз элинин фавориттерин бирөөсүсүң менин оюмча. Андыктан ушул жолуңду улап жазбаганың макулбу? Конкурстун жыйынтыгы кандай болсун билбейм азыр, айта албайм. Бирок эмгегиңер азаматсыңар, кыздар өзгөчө, силер сонун аткардыңар. Общий картина жакшы болду менин оюмча. Чоң рахмат. Анда эмесе ойлордун жыйынтыгын баалардан көрөлү, келиңиздер. 9, 9, 8, 9. Чоң рахмат. Чоң рахмат.